И дальше у нас с вами, в принципе, задания, которые будут вас раскрепощать максимально на самом деле. Поэтому мы не переживаем, ничего не боимся. Это пока что между нами. Нам надо выработать навык вот этой вот свободы. Но в данном случае надо было еще воображение проявить, фантазию подключить, да? Как это можно было бы сделать лучше? Давайте я вам сделаю замечание, да? Для того, чтобы был больший эффект понимания, желательно с этим предметом, ну в данном случае с животным, да, делать разноплановые действия, да? То есть можно было как бы взять, повесить, да, на себя. Даже если вы не очень хорошо относитесь, или не очень хорошо, или может даже как-то с опаской, да, то есть изобразить немножко на лице отношения. Потом увидеть, что закручивается, ой, немножечко может быть так отодвинуть. Да, то есть разные действия. То есть мне хотелось выражение лица отношения. Поскольку мы еще дальше будем делать подробные упражнения, то я хочу, чтобы вы просто взяли это себе на заметку. Чтобы ваша мимика, не только руки работали, но и мимика работала. Да? И делайте разноплановые движения. Не одно единственное, а разноплановые. Если это была собака, то собаку тоже лучше было бы взять к себе. Упс, запрыгнула собака. И мы себе уже ее представляем, что вот она рядом с нами. На этом я сегодняшнее занятие заканчиваю. Давайте мы еще поаплодируем друг другу.